Всем привет! Меня зовут Лена, продолжаем играть в Хогвартс Легаси. Как я уже упоминала, я уже прошла игру на 100%. Сейчас вернулась ради дропсов. Дело в том, что раздавать их, что получать, в принципе, одно и то же, да. Плюс многие моменты в игре, которые я до этого пропустила, сейчас могу наверстать. Вот, например, сразу же знаю, что именно, какую дуэльную уловку использовать, какая задача передо мной стоит. Так, давайте попробуем вспомнить, на чем я тут остановилась и почему я, собственно говоря, тут нахожусь. Так, я открывала... как бы это правильно сформулировать там? Место силы. Первое, которое нашла, как раз тут было. Сейчас я уж, раз уж я тут, заодно открою вот эту вот точку. И, наверное, после этого сразу пойду по сюжету. Я не думаю, что стоит задерживаться, да. Сметая конкурентов Луны Мистера Муна, это все может немножко подождать. А шлем Урткота. В общем, тот самый квест, который можно пройти прямо сейчас. Ой. Небольшая порция мелоты. А здесь, между прочим, не какие-нибудь жалкие дети занимаются запуском, а вполне взрослые, серьезные, осознанные люди. Из волшебных палочек запускают воздушных змеев. С помощью китайской жующей капусты, ладно, мне не трудно. Готово. А второго сможем победить? А третьего? Ой, всех трех волков загрызла одна, один кочанчик капустки. Не зря наш профессор травологии так эту капустку любит. Так, здравствуйте. Я готова. Нам нельзя терять времени. Ты, кстати, я... Вот ты не знаешь, а я вообще-то очень спешу к тебе. Со всех ног. Ценная фамильная реликвия, известная как шлем Урткота. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizardkind sees things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. Между нами огромное количество различий. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Именно поэтому я пошла к гробнице вместе с вами. Что я хочу сказать, вот это вот различие, да, если бы кто-то позиционировал себя как создатель каких-то интересных предметов, но при этом
уверял всех, что, вы знаете, все эти предметы после создания будут принадлежать мне, наверное, я бы не стала с ним работать. И покупать у него эти предметы. Но волшебники вообще, ребята, дерзкие и самонадеянные. И считают, что, ну, подумаешь... Мы купим у него вот это, а дальше посмотрим. Странно ведь, согласитесь? Так. Против кого мне заклинание столбеней использовать? Против зайчика? Так. Заклинание остолбеней. А как оно выглядит? Оно у меня вообще есть? Остолбеней. Мне кажется, это базовое заклинание. Вот, наверное. Остолбеней. При успешном отражении атаки с помощью протега продолжайте удерживать Y. Чтобы использовать контратаку с использованием остолбеней. Ну, давайте посмотрим, где тут у меня темная дворняга. Получилось. Прекрасный мир. Особенно осенью. Вообще, честно, когда только заходишь в игру, кажется, блин, прекрасный мир. Потом раз и осень наступаешь, думаешь, вау, осенью-то тут еще красивее. Надо каждый уголок осмотреть, все тут запомнить, осмотреть, прямо полюбить. Еще чуть-чуть времени проходит, наступает зима, и ты думаешь, ну ничего себе. Так еще лучше. Ah, and there it is. The witch's tomb. А вот и она, могила. Жуткое местечко, да. Ой. Что это за иероглифы? Желаю удачи со шлемом. Волшебная палочка должна дать вам преимущество. Пока мы еще здесь, хотите о чем-нибудь спросить? Почему этот шлем такой ценный? Helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. Древняя легенда. Он внушал чувство величия, пока оставался нашим. Сейчас это совершенно иная вещь. Символ всего, что было потеряно, всего, чего нас лишили волшебники. Он будет благодарен мне, если я его верну. Сейчас я очки протру. Так, а вы знаете, почему Ранрок заодно с Руквудом? It seems Ranrok and Rookwood are conspiring. К чему бы? Why would that be? I had heard this when the dark hearted. Я слышал об этом, когда сговариваются люди с черным сердцем, едва ли они честно раскрывают друг другу свои намерения. Могу только строить догадки, но думаю, союз их ненадежный и хрупкий. Будем надеяться, что у нас союз не из таких. Что мне ждать в гробнице? Учитывая, что в деле замешана темная ведьма, есть невероятность, что вам повстречаются темная стража и инферналы. Ровные существа, питающиеся тьмой и холодом. С ними нужно бороться светом, силой, а главное — огнем. Хорошо. Все понятно. Надеюсь, наш союз будет плодотворным. Еще раз желаю вам удачи. Я буду здесь. Eagerly awaiting your return. Please be careful. Будь осторожен, говорит. Ладно, буду.
Так, как мы с вами сейчас идем драться с инферналами, что нам понадобится? Вот, например, обезоруживание вряд ли, да? Попробую взять, например, притягивающее заклинание. И заклинание левитации. Если их будет слишком много, то я буду их отталкивать и, соответственно, поджигать это в любом случае всегда будет полезно. Так, что нас ждет? Бабочка. Ой-ой. Монетки. Moths. Curious. Так, а сколько тут должно быть бабочек? Одна тут. А вторая тут. Пошли. Так, бабочки размещены. Теперь можно заходить. Что у нас здесь? Мерлинова борода. Да здесь сундучок. Ревелия. С розово-малиновым беретом. Сейчас сколько у меня слотов пустых? Сейчас уже поздно возвращаться, ладно, будем надеяться на лучше. Здесь, скорее всего, какой-то может быть проход. Или может это будет потом в дальнейшем выход. Ну, посмотрим. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Это явно непростая гробница. Так, вот у нас вторая птичка, точнее вторая бабочка. Ревелия. А вот тут, кажется, кто-то есть. Эта дверка хотела, чтобы я ее открыла. Неаполитанский шарф в полоску. Так. А тут все открывается, я соберу все возможные монетки. 8. Что-то здесь летает, интересно. Такое ощущение, что ты здесь не одна, я тоже так думаю. А вот и инферналы. И где здесь разрушаемые объекты? Я не знаю, что это значит, что они от меня хотят. Ах, вот это было что. Я взяла зловоние мертвеца. И прикольно, я смогла запустить его.
в огонь. Ладно, хватит, фигней страдать. Пока они горят, их можно убивать. Дуэльную ловку я выполнила, уже хорошо. О, ты сама тут загораешься, когда я подхожу поближе, прикольно. Так, осмотрите гробницу в поисках. Я даже не знаю чего. Ну, в общем, чего-нибудь. Хоть чего-нибудь. Так. Клетчатая малиновая шинель. Интересно. Неизвестный предмет для лица. Окей, идем дальше. Сделать. Вот я что хотела сделать. Люмас. Посмотрим. Одна бабочка здесь. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Ага. Пойдем со мной. Всем. Вроде ничего не упустил. Идем дальше. Lumos. Revelio. Lumos. На каждом углу монетки. Так. What's that hanging there? Looks precarious. It's sealed shut from the other side. Заперто с той стороны. Lumos. Так, что у нас с рябиновым отваром? Надо все-таки, наверное. Confringo. Пусть горит, так светлее. Так. Рябиновый отвар. Здесь я. Здесь, наверное, должно быть открыто с той стороны, как мне и объяснили. Что у нас тут? Lumos. Ну, наверное, так. Перчатки цвета леса с заклепками. А что тут? Ух ты, коллекционный сундучок. Шпиль башни. Это для... Не знаю, зачем я это сюда пытаюсь притаранить, но, наверное, нужно. Сейчас разберемся. Down I go. No other way. Будем спускаться. Revelio.
Ладно, потом посмотрим еще. Прыгай. О! Lumos. Revelio. В реальности я бы, конечно, ни за что так не прыгнула. Никуда. Да вообще не пошла бы никуда. Так, пурпурные очки с глазами дракона. Да хорошо. Победите двух врагов с использованием древней магии. И второе, что надо сделать. И запустите объект во врага, используя заклинание дефуса. Где я тут вам объект-то возьму? А где же это? Проблема в том, что тут совсем нет объекта. Все объекты стоят вдоль стен. Ладно, хватит за мной уже ходить. Ну, видимо, это заклинание не получится сделать сейчас. Живучий какой ж, горит ведь, мешается по-всякому и живет еще. Ладно, все, хватит. Не все загадки одновременно можно решить. Так, как я здесь оказалась? Я пришла, наверное, отсюда, да, выплыла. Что мы здесь имеем? Мы имеем как минимум одну бабочку для начала. Скорее всего, ей нужно будет что-нибудь сейчас здесь подвинуть с помощью заклинания депульса. Ясно, понятно. Не успела. Тормознула. Так. Еще раз. Сюда декуса. Сюда это. Так, бабочка пришла. Уже хорошо. Куда мне ее надо нести?
Ой. Почему ты не хочешь на эту иголочку садиться? Куда она делась? Вернулась на свое законное место. Ладно. Не хочет она сюда почему-то. Чем это отличается вот от этого? Блин, и сюда не хочет. А почему? Lumos. Может, ее надо тут с усилием как-то сажать на кул? Вот смотрите, она садится же. Нет, не хочет. Ладно, а если мы эту бабочку возьмем? Вот так вот надо, да? Почему ты не хочешь туда забираться-то? Так, вот сюда нам может забраться, а сюда нельзя. Making me spin or to raise that platform. That must be it. Lumos. Так, эту бабочку я сейчас заберу. Да чтоб тебя. The Pulsom. Ладно. Не успеваю я сообразить. Так вот сделаем. Блин. Не хочет. Ладно, посмотрим, что еще происходит. Поднимается вот эта платформа. И вот эта. Здесь вот вроде подниматься-то некуда. Нечего. Да, ну как делается. Еще какой-то проход. Lumos. Revelio. Lumos. Так, теперь становится все ясно. Так, мне нужно что сделать? Хотя... Lumos. Ха.
Как же мне вон ту забрать? И сюда запрыгнуть. I need to bring moths to the door. А, вот же она. Lumos. Открылась. The witch's final resting place. Lord Gok said the helmet was in her sarcophagus. Так, Лан Гок сказал, что тут что-то вроде саркофага. The dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with them. Better show this to Lord Gok. Кольцо с печаткой. I know there's a mechanism to open this door. Confringo. Так, а если взять просто поджигание? Северный Хогвартс, выйти. Здесь можно выйти, да? Но я там целую кучу каких-то сундуков вроде не облутала, или мне кажется. Ладно, если что, в случае чего вернусь. Попробую выйти. Такая спокойненькая. Раз и пошла. Так. И вот и мы. Привет. Lord Gok, the sarcophagus has been raided. I found no helmet. Only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrok. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Что ж, ладно, пойду. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrok. Хорошо. To think those wretched thieves have their hands. Так, карта. Так, что? Сундук с сокровищами я нашла, самое главное. Ладно, пойду я. Пока. Заберите шлем у воров. Хорошо. Почему бы и нет? Так, насчет воров. Ладно, я думаю, вот это вот сойдет сочетанием. Попробуем его заклинаний. Так.
Не стоит еще забывать про всякую жужжущую капусту. Ой. Что-то тут такое пролетело интересное в эту сторону. Что это было вообще? А, это то самое место, где я уже все сделала. Просто меня пугает немножко. Да что это такое? Думаю, мне мерещится. Вы же ведь это тоже видели? Что-то пролетает по небу со зловещим звуком. Ладно, эти пусть живут. Пойдемте сюда. Закопайте голову паукам. Матриарха в землю. Вот, паук-матриарх. На самом деле надо делать их обратно пауками. Режим, конечно, забавный, но фиг поймешь, что тут от тебя хотят. И как я вообще сюда попала? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, а что там? Получается, галочки нету около этого гнезда. И здесь вот у меня тоже не очищен сундук с сокровищами и найден. Ладно, с пауками потом разберусь. Так. There they are, the Ashwinders. No more happy days for you. You've made a great don't sleep with those again. Knew you were still hanging about. Ow. Нанесите урон замороженному врагу. Так, погоди, тролль, погоди, погоди. Мне надо вспомнить, что тут за заклинание. Back like conducting, aren't we?
Expulsion! Да, блин, не успела. Вспомнила. Есть сложности с переводом. Shall we finish what we started? Might want to look up. Так ты меня замучил уже, противный дядька. Так, теперь мне нужно дождаться, пока тролль что-нибудь в меня бросит. Вот. Дубинку тролля, может, в лицо не получилось. Прости. Хотя, вроде, я сделала все верно. Так, целых 3 козявки тролля нашла. Так, это же рябиновый отвар. Так, лагерь у нас зачищен. Здесь... Коллекция обновлена, взрыв. А что же дальше? Так. Рыбки. Бедные эти, как их зовут? О, так вот. Используя заклинание депульсом. Так, мне надо прервать убийцу. Ну, похоже, я уже не смогу это сделать. Хотя бы так. Я читаю каждый раз, какое заклинание мне советуют сделать ради того, чтобы выполнить дуэльные уловки. Дуэльные уловки показывают необычный способ разделаться с врагами в данной области. И плюс дополнительно выполнение дуэльных уловок дает интересные какие-то внешки для одеяния персонажа. Не буду я сейчас с пауками разбираться. Полетели просто в нужную точку. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Ну что, Ранрок, вот, пожалуйста. Well done. This is sure to impress Ranrock. Это точно произведет впечатление на Ранрока. Even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Потрясающе. Он великолепен. That's stunning, Logok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Oh, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. Вы оказали грабителям услугу, я их всех перебила. It might distract him from his search. His search? It is merely an inkling.
You have impressed me greatly, friend. I'm glad that I trusted you. Впечатление, поэтому я рад, что доверился вам. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Ладно, Лангок, но будь осторожен. Доступно новое задание. Посмотрим. А, пока ничего не видно, да? Давайте так, я пока игра тут определяется, что мне нужно еще сделать, схожу в Хогвартс, в свою секретную комнатку, соберу там урожай всего, чего можно, и заодно распознаю имеющиеся предметы на... Ой, Дик! Дик is so happy to see you. Недавно он нашел в комнате эту сумку, она наверняка пригодится вам в учебе. Что это? Они называются «Хвать мешок». Ой. И что? Это очень полезная вещь, чтобы ловить и перевозить магических существ. Приятный ветерок. Профессор Ховик сказала, что в свободное время нужно изучить как можно больше существ. А еще она упомянула, что поблизости орудуют браконьеры, поэтому у нас с существом будет лучше. Адерк, Дик может показать вам, как и где пользоваться хвать мешком. Вместе пойдем куда-то? Ну, пойдем. Мне нужна ваша помощь в одном деле. Себастьян. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts, by the way. Хорошо. Hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beast's class, поскольку вы уже посетили урок по магическим существам, просила Дека научить вас пользоваться ручей комнатой. Мне письмо пришло Аделаида. Что ж вы все меня прям заспаунили? Грозовой напиток. Роскошный плащ факультета. Еще там что-то. Так, что бы мне теперь в этот раз приготовить? Ну, давайте... Зелье максимум пусть готовит сам. Так, поговорить с Деком, когда будете готовы. Хорошо, я уже почти готова. Сейчас я посмотрю, что я тут за снаряжение новое поставлю. Получила. Бой. Победите инферналов выполнено. Это в процессе. Победите дворняк выполнено. Это в процессе. Вот, выполните дуэльные уловки. В процессе. Так, это что? Победите печально известных врагов. Я пока победила только одного. Кто это был, кстати? Так, победите темных волшебников. Вот это я хочу посмотреть, красиво выглядит. Так, снаряжение, посмотрим. Новенькое, что у нас тут? 75. Почему-то, как правило, какой-то шлак дают. Вроде кучу всего набрала. А по параметрам все хуже того, что у меня есть. Это 5. 67, 67. Так.
Что у нас тут с плащами? Вот появился какой-то новый плащ. Визуально, кстати, неплохо. Клетчатая малиновая шинель. Так, давайте посмотрим. Визуально, что у нас прибавилось. Как раз вот эта вот клетчатая малиновая шинель. Ну, она дурацкая, на самом деле, не хочу ее носить. Так, здесь из шляп. Шляпа колдуна лилового цвета. Розово-лиловый берет. Но это еще хотя бы ничего. Шляпа траволога однозначно нет и никогда. Шляпа для защиты от солнца неплохо подошла бы для бабушки преклонных годов, но не для студентки 5 курса. Шлем, сделанный гоблинами. Красиво тоже, да, но нет. Так, это шлем. Перчатки. Что у нас тут нового? Да вроде больше ничего такого интересненького, да? И все еще вне конкуренции. И очки. Ничего не нравится. Эти вот, конечно, забавные, но на самом деле не особо. Синие солнцезащитные очки, но вот эти вот, может быть, такие более-менее. Так, для разнообразия уж одену. Так. И давайте возьмем вот эту, например, палочку. Она больше подходит по стилю. Ее костюму, мне кажется. Вроде еще метлу давали. А, да, но новых нету все равно. Так, что у нас в испытаниях? В бою? Еще что-то сделала. Когда я успела? Победите троллей. Один только пока. Победите дворняк. Что-то тут, наверное, глюк какой-то. Так. Ну что? Наверное, я заслужила небольшую порцию милоты. Поэтому... пойдемте вместе с Дереком. Ну что, рассказывай, как пользоваться твоим хватмешком. Он говорит, не прочь прогуляться. Пойдем. Это было ужасное время в жизни Дерека. Он служил самому жестокому волшебнику в мире. Он был гадким браконьером. Работа на него была Дереку ненавистна. Именно тогда Дерек впервые увидел хватмешок. Так. Мы прибыли. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the popple of pumpkins nearby. It'll be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskeen, and in it'll go. All right. Так.
Побежали в разные стороны. Спасите 10 тварей. И как мне их спасти? Everything's all right now. Вот они, конечно, разбежались. Ладно, сейчас отойду. Вас обижать. Это ужасно опасно. Для таких маленьких, милых... Ой, погодите. Может быть, пока хватит на сегодня? Благонер ловит пушишек, и, ну, в общем, Дик точно не знает, что они с ними делают, но он уверен, что у вас они будут в безопасности. Пока еще на болтушайке. A jobbernol, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Хорошо. Он говорит, подготовьтесь, а я буду ждать вас там. Пусть лучше браконьеры меня боятся. О, а тут у меня, смотрите-ка, страничка руководства где-то. Помадка Ас из Алихоция. Это помадка, приготовленная из листьев дерева под названием Алихоция. Представляет собой восхитительное кондитерское изделие, вызывающее неудержимый смех. Блин, я бы хотела такого поесть. Так, все это я еще успею сделать. Так, погодите. Место задания от меня никуда не уйдет, а эти шарики не отображаются на карте. Так. Лопайте шары. Пока еще все-таки достаточно медленно летаем, если честно.
Здесь я тут птичек не распугаю. Привет. Поговори со мной. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Ой, а браконьеров-то я и не встретила. The jobbernauls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Левиоса. А если мне не удастся обнаружить существ? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. А как их спасти? Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Каково это было работать на браконьера? Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Ладно, я попробую спасти болтушайку. Good luck. Deke will be waiting. Левиоса, говоришь, да? Левиоса. Ну, хотя бы ненадолго. Сейчас попробуем подойти к ним в их естественной среде обитания. Простите. Ну что ж такое, все разбежались. У них тут, конечно. Жутко уютно. Так, посмотрим, какие птички. Ой, какие у меня уже есть зверюшки. Пушишка. Девочка и мальчик. Болтушайка есть. Девочка. И мальчик. А это какая-то типа элитная. Или что? Почему у нее тут плюсик стоит. Выручай комнаты. Что я сделала? Спасти тварей. Так, улей для веретенницы я теперь получила. Спасти 10. Еще 20 тварей. Я смогу получить еще. Сортировать твари по алфавиту, это, конечно. Так. Рассказывай. I rescued a jobbernaul. Deke hopes your jobbernaul finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees. Они живут на опушке, которая ведет Deke will see you there.
Ревелио. Так, все вижу. Логово Лунтилят. Даже такое специальное название есть. Hello, Dee. Привет. Is this the clearing you mentioned? It is. Та полянка, о которой ты говорил, да. Large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. Большому дереву с узором в виде спирали, но только как-то. Unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Наступает ночь. Как ты попал в Хогвартс after working for your former master? Deke's prior master had no family. У предыдущего хозяина Дика не было семьи, поэтому когда он умер, все домовые Ольфы. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Были распределены по другим волшебникам. Пойду поймаю лунтиленка. Deke will be waiting for your return. Спасибо. Lumos. Так, что-то я не то надержала. Мне надо сейчас задержать время. Дождаться ночи. Так, вот она, ночь. Ой, какие ячейки снаряжения заполнены. Серьезно заполнены? Опять? Блин, 24 из 24. Ну ладно, ну что, спасибо. Надо будет повыполнять испытания Мерлина. А вот и лунтилятки. Устремленные Ничего себе, они куда-то уже делись. Вот вы шустрые. Стоять. Я всех спасу. Никого не оставлю. Спасибо. There. I'm not going to hurt you. Ревелио. Ой, у них тут какое-то сокровище лежит. Ах, ваши ячейки снаряжения заполнены. Как я за этим не заследила? It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. Жаль, что вы не увидели танец лунтилят. It supposes you're finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. Спасите еще много существ, а пока отнесем тех, кто есть в ручей комнату. Так, я знаю, что, но где-то вот тут вот по пути, это логово Пушишки, это логово Лунтиленка.
Ну, где-то вот тут вот, да, в районе Хоксмита и ЖД-станции я видела логово... Нет, не жабы. Жаба, это, конечно, тоже здорово, но я не его имела в виду. Я нюхлисов видела. Логово. А это чё? Болтушайки. А я болтушайку уже добрала. По-моему, да. Большой пурпурной жабы. Столько всего интересного уже тут обнаружила, оказывается. Хочу нюхлиза. Ну где же оно? Ладно, в принципе, потом я найду нюхлисов еще. Вспомню, сейчас меня ждут в выручай комнате. За добычей. Deke hasn't seen this many. There you are. Now, we need to show так, вот и вы. Then you home. Теперь нужно показать спасенным существам их новый дом. Но здесь для них маловато места. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Может быть, если вы подумаете, так, я хочу, чтобы у них был большой. Ой. What exactly did you Запак. Think of? Что вы именно подумали? Ой, 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 ой. Heavens! You've done it! У вас получилось. Дик isn't sure. Only one Дик не знает, что это, но можно выяснить. Meet you inside when you're ready. Приглашаю вас. Внутрь. Вау. Look at this. It's amazing. Where are we, Дик? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Так, управление тварями. Давайте выбирать, кого выпустим. Вот смотрите, есть такая миленькая пушишка, девочка розовенькая. И я хочу ей... Болтушайку девочку тоже выпустить. И лунтиленок. Давайте вот такого. Ой. Так. Thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Дик думает, что в этом виварии вашим существам будет хорошо. Я бы всем хотела. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Ага, вот клюв и хохолок.
Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskin hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Most excellent. А где? Оп. Оп. А где летучая? Так, слонтеленка я получила. Мех. У шишки тоже мех. Так, давайте сразу. Я выпустила девочек, да? Давайте им пацанов выпустим для компашки. Вот такой пацанчик. Это у нас что, тоже девочка? Такой. Ну и такой, пусть бегают. Так, этих покормила, этих покормила. Раз. Два. Так, ты у нас пацан, да? А где еще одна болтушайка-то? Должна бегать где-то. Не чесанная, не кормленная. Бунтарка. Так, и... Вот так вот. Ревелия. В этих локациях находятся, в таких вот вивариях, находятся три сундука. Их надо собирать. Редкие коллекционные сундуки. Так. Так, а где еще один там? Мне кажется, тут должен быть. Прям просится он тут расположиться. Ладно, нет, так нет. Внизу один я забрала. Так. Ревелия. Я тут далеко могу пройти, интересно. Ух ты. Сюда вот уже, наверное, не могу что-то, да? Тут такие хорошие загончики. Лёшкам тут определенно будет удобно. Ха.
Ой. Это мне пригодится. Так, вот второй сундук. Где-то должен быть третий. Низкая каменная лестница. Это полезно. Наверное. Ладно, потом найду третий сундук, не помню где. Так, с Диком поговорю пока. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. Покажет, как их использовать. Для начала наколдуйте зачарованный ткацкий станок с помощью этого магического рецепта. Еще вы сможете вплетать магии в одежду. И тогда она станет намного полезнее, чем была. Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Так, так, ладно. Так, а давайте-ка здесь сначала что-нибудь создадим. Предметы для твари у меня никакие пока не куплены. Так, декоративные предметы. Вот. Лунный камень. Так. Зеленый куст вереска, монумент, зачарованный фонтан. Хочу скрученную статую. Давайте вот зачарованный фонтан им тут поставим. Я даже не знаю, правда, зачем. Просто чтобы было. Колодец желаний. Молотая наковальня, чтобы все выглядело предельно похоже на, например, какие-нибудь тыквы. Ну, пусть будет. Так, маленькие кусты какие-то, не хочу я их. Куст вереска. А вот куст вереска хочу, мне нравится этот цветок. Большое-большое и обширное дерево. Ну, на самом деле, деревьев тут и так полно. Даже не знаю, стоит его тут ставить где-нибудь или нет. Пусть стоит. Цветущий кустарник. Пусть вот такой вот стоит. А дальше посмотрим. Тут, наверное, будут еще какие-то детали для строительства. Это шпиль башни, пол,
Лесенки, перила для правой стороны лестницы. Ух ты! Это надо будет потом сесть и попробовать что-нибудь наваять. Покрытие для пола. Ага. Грязь не хочу. Русло реки, скала, болото, слякоть, песок. Хочу вот такую типа дорожку попробовать построить. Хотя бы как-то так, что ли, будет. Для начала. Песчаный пол для тех, кто мечтает утопить ноги в песке. Здесь вот вдоль речки не получится. Ладно, понятно. Так, что можно сделать с колодцем желаний? Собственно говоря, наверное, ничего. Здесь просто тоже ничего. Эти жужжат. Эти плавают. Ладно. Зверушки у меня остались под охраной. Мне надо будет где-то попробовать поставить ткацкий станок. Ткацкий станок. Вот он, да? Зачарованный ткацкий станок. Так. У меня тут еще есть стол определения. К этим потом займусь. Так, это сюда, это сюда. Такой беспорядок у меня, конечно, тут. Вот так вот стоит. Не совсем как бы идеально, но намного лучше, чем есть. Так, и собрать. Я сейчас сделала зелье максимум. Давайте сделаем зелье невидимости. Тем более, что у меня появились наконец-то козявки тролля. Так. Ткацкий станок.
Так, по умолчанию снаряжение имеет один основной показатель — нападение и защиты. Это вот моя текущая шапочка. Я могу ее обновить. И я ее могу... Так, а вот в этой шапке выжигание, взрыв. Ой. Так, это тот костюмчик, который сейчас на мне. Попробую его обновить. И... Так, ладно. Тут на самом деле особо... Ничего не прокачаешь пока. That came out nicely. I should show Deek. Deek, 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 привет. Я воспользовалась ткацким станком. I used the enchanted loom, Deek. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will. Да. By rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deek suggests you explore the vivarium and get to know the beast you've already rescued. Какие вещи мы можем зачаровывать? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Подойдет только одежда определенного качества. Deek suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deek also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Спасибо, Deek. О, мне за это дали ограждение. За испытание выполнения основных задач мне должны были что-то дать сейчас. Давайте посмотрим. Испытание. Маска дурацкая. А вот это вот ожерелье с камнем я хочу. Так, побочные задания. Ладно, больше пока. Тут, что тут у нас в выручай комнате за награда? Вроде бы пока больше ничего нету, да? Так, и отправляемся в Хогсмид, продадим все, что у нас лишнее есть, чтобы... Я тут еще 4 сундука с сокровищами, 4 страницы руководства и 3 статуи Димы Маски. Надо искать. Но в этой локации почти все двери трехуровневые, поэтому... Не буду торопиться. Так, а мне надо, значит, сюда. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Продать весь лишний хлам, который у меня тут скопился за эти путешествия. Все хуже того, что у меня есть. Поэтому все смело продаем. Ой, а вот это лучше.
шарфом сейчас разберусь, что у меня тут получилось. Шарф. 67. И берем его. Так. Plenty for your perusal today. Take your time. Это продаем смело. Посмотрим, что мы можем купить. Вот это посмотрим, как будет смотреться. Немножечко полнит, но, по крайней мере, очень необычно. А это? I'd say that looks as if it was made for you. Сказочная шляпа колдуна. А это посмотрим. Взять что ли? Так, ну что, нам надо взять наверняка вот это. А это как будет смотреться? Слишком чопорно, да? Так, покупаем это. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Я понимаю, что у меня всего одна голова, но я хочу две шапки. Так, это что, синие очки такие у меня есть визуально? Бордовая мантия, хорошо. И так как это снаряжение, в принципе, по-любому хуже, чем у меня, я его сразу продаю. Я его покупала так чисто для внешки. Значит, смотрим. Как это будет выглядеть на мне. А это что? Так, это ничего интересного. Символ факультета. Так, что я сейчас взяла? Такая. Вот такая вот. Такая серьезная взрослая волшебница получилась сразу. Так, шапка. Может, для разнообразия в такой похожу сейчас. Так, здесь у нас что? Бордовая. Давайте вот так вот посмотрим просто. И перчатки сюда эти, наверное, уже теперь не подходят. Нужны какие-то более такие, может быть. Whenever you're about. Так, я буду играть еще буквально 15 минут, на всякий случай предупреждаю. Сейчас пойду продавать. Вот. А вот и Хоппер. Владелец этого магазина пригласила меня в гости. Возможно, снаружи. Давайте посмотрим. Она потом найду. А, вон у нее со спиной сундучок. Я Нюхлиса хочу найти потом. Красота-то какая. Ладно. Здравствуйте. Hello. Oh, welcome to Brood and Peck. Ellie Clubs. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of Abraxan hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole.
Made me take it in person, they did. No care that I Магазин had to shut был закрыт, потому что она куда-то что-то там доставляла. With someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have a Mia. Anyway, так, хорошо. What are you here for? Mooncalf fur? Derricall feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derricalls. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. Должно быть, это раздражает. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. А, бывает и похуже. Поверьте мне, большинство поставщиков перьев Флуппера уж наверняка сумасшедшие. But such marvelous feathers, almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Вредная у вас работа. Never spoken. Дело говорите. Themselves. Good business. Я раньше сама таскала существами хорошие блинки, но больше так не делаю. Не моя в том вина, если малышня заражалась блохами от жмыра. Best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Я хорошо приглядываю за существами, чтобы они были в безопасности. Now, why don't you have a good look around? Итак, почему вам не осмотреться? У меня всегда есть что-нибудь новенькое. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out, which they used to literally do. Что ты хрюкаешь? Thank you. I will take all the time you need, and thank you for stopping by. A treat to have you here. And what do you have for sale? Что у вас можно купить? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Вот как раз все эти ингредиенты, которые я пока добываю самостоятельно, можно купить. И самое выгодное здесь можно продать. You know where to find me? Всех тварюшек, которых я уже набрала. Они вроде как и, ну, по крайней мере, Дик ей доверяет, говорит, а у нее хорошие руки. Вот, а мне нужны галеоны. И не просто так, а для хорошего, важного дела. Честно-причестно. Как ты сюда попала-то? Чудилка. Взяла и залезла опять в лужу. Так. Так, сейчас мне нужен магазин рецептов. Ну как ты здесь выберешься-то? Я заодно попробую вскрыть все замки второго уровня, какие найду, если будут. Так, это второй уровень. Hello, Amora. И для зверюшек надо купить парочку предметиков. Так. Ravelia. Так, судя по всему, Димы маски-то тут нету. Неизвестный предмет для главы. Ой! Пойду обратно. Не могу тут пройти. Так. Страшные такие музыкальные инструменты иногда. Were attracted to treasure. I must have missed that one in beasts. Так, он говорит, не знал, что бабочки привлекают сокровища. Бабочек привлекают сокровища. Это отсылка к тому, что я тут походила и
вслед за бабочками и нашла какие-то. А, это его была комната. Ухожу. Простите. Так, здесь я была, значит. Здесь была. Там открытый сундук. Ух ты! Это что у нас? Декор чайной лавки. Полностью отражая вкус владельца по имени мисс Стимс, эта чайная лавка утопает в розовом цвете и роскоши. Так-то да. Благопристойная школьная форма на целый день. Нигде не написано, что сюда нельзя проходить, поэтому я пройду. Бирюзовый шарф с орнаментом. Здорово, что за цветочками тут ухаживают. Так. Это, я так понимаю, почта. А здесь я была? Наверное, была, да. Здесь посылки принимают, и совы сидят. Здесь везде. И внутри, и снаружи. Здравствуйте. А я не знала, что к вам отсюда можно войти. А как же мне попасть на тот верхний проход? Так интересно, все так, не знаю, со всех сторон огорожено. Смотрите, тут на втором этаже есть целых два каких-то проходика. Так, а это какой уровень? О, второй. Попробуем. Ага. Вот он как раз проход наверх. Я нашла перчатки. Монетки. Ну что? Наш владелец лавки неплохо так живет. Надо отдать ему должное. Так. Хотя я как-то немножечко, может быть, излишне скромно, да? Ой. Нет, надо вот отсюда идти. Пропрыгивай. Это не дверь. Может, вот здесь вот получится потом пройти. I'll fix him, that charm grinder. Сэр, у вас все хорошо? Очень мило с вашей стороны. Меня зовут Экли Барнс, и нет, у меня все плохо. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner. Я намереваюсь в некотором роде отомстить своему бывшему партнеру, вероломному такому-то. Мы начинали торговать растениями вместе, но он меня прогнал, сказал, будто со мной сложно работать из-за моей вспыльчивости. Я ему покажу вспыльчивость. А, неприятно. Yes, it was. Да, так и есть, ужасно. Terribly. Я очень люблю свою I'm работу.
Supercilious fool. Заносчивый болван, но ему тоже дорогие плоды его трудов. Я собираюсь ему об этом напомнить, забрав его сокровище. Ядовитую тентакул, которую он вырастил из семени. Да, должна быть там, да-да-да. Он за мной следит, словно в Гурей. Но ученика никто не заподозрит. Хотите провернуть эту грандиозную кражу растений? А что там еще есть в подвале? Все растительные припасы. У него внушительная коллекция. Набивайте карманы и не стесняйтесь. Это доставит ему немало хлопот. Зачем вам именно этот тентакул? Все очень просто. Раз она будет у меня, то у Лоли ее не будет. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing two snidgets with one stone. Так я люблю снидджетов одним камнем. You said Mr. Lawley was your ex-business partner. А чем вы занимались? What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's neasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Не нравится мне эта идея. Something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. You'll be in and out of there in А вас это много времени не отнимет. Хорошо, я... You've convinced me. Это сделаю. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Хорошо, поняла. I just need that venomous tentacula. Revelio. Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. С этим я потом разберусь чуть позже. Раньше я всегда очень переживала. Ой, а куда мне идти? Как? В каком порядке лучше это все сделать? Так, сейчас я выхожу. И здесь есть Демигайз, поэтому мы будем сейчас с вами прямо на улице спать. Приготовьтесь к войне. Окей. Так, сейчас наступит вечер. Mind now, demiguys. Ну где же ты? Вот же она, милота. Мне кажется, если уж тренировать, то, например, портреты в твоем доме, чтобы они такие: «А, здесь посторонние, свали на помощь». Это я так. Мысли вслух. Так, а что у нас тут? Ревенио. Что-то шипит. Это, наверное, какой-то музыкальный магазин, который я пока не могу использовать. Может быть, будет какое-нибудь обновление с этим. А может, это просто элемент декора. Так, ладно. С этим все более-менее ясно. Этот квест
я сделаю чуть позже. Этот промежуточный пункт уберу, а сейчас мне нужно будет сюда. Просто бежать по центральной улице, наверное. Особо никуда не сворачиваем. Мне нужно купить рецепты для выручай комнаты. Они здесь продаются. И... Just let me know if there's something in particular you're looking for. Здравствуйте. Let's look at what we have, shall we? Что мне нужно? Мне нужно место, где можно будет покормить тварей. Вот это. Nothing like finding just the right thing, is there? И нужна для них коробка с игрушками. Все остальное, мне кажется, вообще не особо важно. Разве что, может быть, место для произведения удобрений, да и то не особо хочу. Стол для горшков с 5 маленькими горшками. И стол для горшков с 2 двумя большими горшками. Может быть, вот их еще взять. 5. Nothing like finding just the right thing, is there? И 2 больших. Ладно, вот так. Nothing like finding just the right thing, is there? Let's look at what we have, shall we? Этот горшок еще, конечно, прикольный. Ну да ладно. Let me know if there's anything else I can do to help. Давайте мы сейчас с вами. Последнее, что сделаем, это отправимся в выручай комнату. Разберемся здесь со зверушками. Поставим всякие вкусняшки. Роскошная шляпа с паутиной. Ой, как мне тут нравится. Так, давайте прямо около входа им... Ой, не то нажимаем, по привычке. Так, не поверите, но в Fallout там тоже есть похожее. А это что? Загон для разведения? Чтобы им было не скучно, я сейчас вот такую вот штукенцию поставлю. А это что, новое что-то появилось? А, загончики вот такие. Каменные изгородь. И загон. Не буду сейчас с этим тоже заморачиваться. А вот открыть и выпустить... А что же они все вместе-то любят? По-моему, кожаный футбольный мяч. Все тварюшки вместе любят. Стоп, вы уже готовы к новому взаимодействию? Прикольно. Одна готова. Да что ж такое? Что ты летаешь? Ладно, надо убрать мяч.
Так, это вам. Что еще тут? Этого надо почесать. Так. Тут еще остался нечесанный наверняка, да? А, вот это. Призываем его. Все, теперь, когда я обо всех вас позаботилась, вот вам кожаный футбольный мяч. И занимайтесь. Справитесь? А я сейчас соберу все урожаи, возможные, если планы. Дик hasn't seen this many plants here before. Дик говорит, никогда не видел так много растений до этого. Я рада. Так. Так, ну что? Раз, два, три. Все. Значит, теперь можно их. Ух ты, как сразу темно стало в этом углу. Не задумывалась, что это действительно источник света. Думала, это так чисто для декора. Так, это хорошо. Так, вот так у меня теперь все стоит. Дешевые дурацкие, я думаю, тоже можно убрать. А пол можно как-то изменить? Я хочу их более, его более уютно может сделать. Ну, К-образный пусть будет вот так вот. Так, ну и давайте теперь строить. У меня есть готический стол для 5 маленьких горшков. Вот так, да? Ну и давайте сажать. Я могу посадить бадьян. Могу посадить мальву. Могу посадить еще одну мальву, потому что мне она нужна. Будет мандрагорку маленькую. И спорыш. Так, пока оставлю. Готово вроде бы. Блин, теоретически кажется, что можно поближе подвинуть. Нет.
только так, ладно. Золотой трофей за успехи в травологии. Это надо сюда поставить, мне кажется. И эклектический напольный светильник. Как он выглядит хоть? Так вот. Немножко зловеще. Трофей за успехи в травологии — это, конечно, полная туфта. Ну, пусть будет. Вот. Две лампы у меня стоят теперь по краям стола. Как раз. Что я еще могу создать? Хор лягушек. Он большой. Ладно, пусть поют. Так, теперь создаем средний горшок, да? Сколько? Два средних горшка. Посмотрим. А большие у нас? У меня был наукообразный стол. Вот такой вот примерно. Такой вот пусть стоит. Главное ничего не перепутать. Здесь у меня... Так, а как это вот использовать? Пусть поют. Так, что я могу посадить здесь? Здесь у нас мандрагора, спорыш, мальва и бадьян. Это все, что может посадиться здесь. Мандрагора, спорыш, мальва, бадьян. Сейчас попробую еще средний поставить горшок. Такой вот наукообразный поставлю. Так, сюда может сажаться смоковница и китайская жующая капуста. Вот так. И смоковница, соответственно. Сюда я даже не знаю, что посадить тогда.
Наверное, только водоросли получаются. Вот я ничего, надеюсь, теперь не забыла. Тентакула, водоросли. Да, теперь все на месте стоит. Ой, не то. Лягушек не хочет тут вставать. Ладно, не буду его трогать. Значит, это сюда. Это прям проклятие этого. Этой комнаты, что здесь ничего не помещается. Это хотя бы к краю прижалось. Вот так вот хотя бы. Так, это у нас стенд непонятно какой. Ну и... Сейчас, наверное, вот эти вот картины уберу. Они здесь совсем не к месту. Не хочет ничего никуда вставать. Да, вот так вот. Да, это самый край. А это тогда сюда что ж делать? Так, здесь у нас ткацкий станок. И нужно создать еще один предмет для создания зелий. Так, а что тут у нас еще? Столы для больших горшков. Я такие уже видела. Статуи. Ну, такое пока не надо. Украшения для стен. Тоже ничего интересного. Это... Так, мне надо вот из этой области лампочки хочу. Сюда. Второй тогда, пожалуй, сюда. Пусть так хотя бы стоит, хотя бы чтобы светло было. Так, здесь все есть.
ткацкий станок пока поставлю сюда временно. Так, вот у нас вот есть стол для распознаваний. Стенд для зельеварений. Блин, такой малюсенький. Должен поместиться. Теоретически. Но ни в каком. Я думаю, что ткацкий станок точно тут. Давайте, знаете, из каких соображений? Чаще всего мне нужно вот эти два предмета будут. Для распознавания и, может быть, ткацкий станок. Есть место. Да, а вот это тогда просто поставлю. Вот здесь вот. Он действительно чаще всего нужен. Вот я пришла сразу же. Посмотрела, что у меня там новенького. Не идеально, конечно, но... Хотя бы так пока. Ко всему тут можно подойти. Все можно сделать. Так, зелье максимум, зелье невидимости. Давайте фокусирующее зрение. Зелье пусть готовится. Все. Так, ну все, на этом я заканчиваю. На этом все. Пока-пока.